Всем привет, с вами RG74, мы продолжаем проходить игру Готика 2 Ночь Ворона. Итак, я сюда пришел за Диего. Вот он сидит. А там в пещере находится 4 ящика и руды. Мы собираемся вместе с ним уходить отсюда, из колонии. Ну, я просто ему хочу помочь отсюда выбраться, а то он как один сможет. Давай пойдем вместе. К проходу? Почему бы и нет? Иди первым. Ты ведь недавно оттуда. Но даже не думай о том, чтобы подойти слишком близко к замку или стене орков. Кроме того, нам следует избегать лагерей паладинов. Мне удалось сбежать из такого лагеря, и я не собираюсь возвращаться в шахту. И, конечно же, мы не должны приближаться к драконам. Скажи, когда будешь готов. Пойдем со мной. Хорошо. Все, мы его взяли. Он нас предупредил. Ну, может, он имел в виду драконов. Существ, похоже, на дракон. Ну, например, драконий снайпер. Ну, вы его увидели, я в него превращался. Итак, придется идти по далекому пути. Сделать, так сказать, тыкок. С ним мы можем чувствовать безопасности. Он очень сильный воин. Он даже 4 орков может перебить. Ух ты, я варав тут не заметил. Он профессиональный лучник. Еще одним монстром стало меньше. Такой это голос. Озвучка такая. Какого пирокара. Че, типа достать меч уже нельзя? Блин! Давай, подойди сюда, черномазый ублюдок. Смотрите, как нам хорошо Диего помог. За ней Диего мы еще не совсем способны сражаться. А, у меня ж магических болтов уже нету. Так, задерживаться нельзя. Ой, ё-моё. Да ё-моё! Давай, давай. Я буду их отвлекать на себя. Что они меня окружают еще? Давай, завали его. Ой, блин, бегай, извини. А, он сам открывает себе жизни. Так. У них это, в МПЦ почему-то бесконечные это, эликсиры. Так, пошлите дальше. Ой, здесь уже будет кладбище рядом, он сказал, нам не хочет к нему приближаться. Ай, я не профессиональный лучник, я не достреливаю их. Блин, уже ночь наступает. А ночью ходить тут еще опаснее как-то. Давай, подойди сюда, собачка. Ого, как грызет-то. С этим уж прокачались. Но я думаю, лучше потратить это на круги магии.
Справились, дальше пошли идти. Так, мы там орков видим. Добавлю-ка я себе лучше жизни. Заметили гады. Приготовься к бою, Диего. Ну и нам тоже быть надо на готове. Почему ко мне именно? Все с ними справились. Пошлите дальше. Да блин. Иди сюда, тварь. Блин, нам еще переться и переться. Наверное, мы так это не успеем в этой части дойти до конца. О-о-о. Да, это точно. Так, тут бандиты. Получил, подонок? Блин, там отстреливают. Ой, застреливают меня собирать. У тебя даже нет золота с собой. Я, пожалуй, заберу твое оружие. Стой, друг. Безопаснее для тебя же. Получил, подонок? На, с одного выстрела его. Получил, подонок. Молодец. Помните это место? Тут еще какой-то мужик был, который мог бы нас научить там охоте. Да, мы скоро доберемся до бывшей старой шахты, но ее тоже надо будет обойти. Потом пройти через лес, и только тогда поднялся на гору. Не. Не успеем, это точно. Судя по тому, как нам еще тут мешают. Пошли, Диего. Еще одним монстром стало меньше. Не стреляй его. Молодец. Все, справились, то есть, с небольшим отрядом гоблинов. И направляемся дальше. Но он точно не будет отставать. Видите? Новый лагерь. Какой-то он заледенелый, да? Нам еще пока рано туда идти. Те, кто проходил игру, знают, что там в новом лагере, что с ним случилось. То есть не что с ним случилось, это никто не знает. А как он стал выглядеть теперь. Так. Но он сказал оберегаться паладинов, так что нам придется будет обходить. А. Эту шахту. Да. Да как ты такой, а? Ты сколько там еще стрел? Ладно. Ну вот, мы добрались до лесочка. Тут еще орки бродят. Давай порвем их. Ну чё на меня-то все, Салу?
Хорошо, что не все. Сколько там силы у Диего, а? И смотрите, как он вообще быстро убивает орков. Ух ты, спасибо. Молодец. Я все же в готике, да вообще во всей готике из 1 по 4 уважаю именно Диего. Очень честный такой человек, доверять ему можно, да и тем более он в первой части был, можно сказать, нашим наставником, учителем. Он нас ведь типа всему учил. Правда, он, конечно, только силу и ловкость прибавляет, да и сейчас он только это и прибавляет нам. Какая разница? Видите, как он вообще? Шумахер какой. Ой, это еще хуже уже. Давай, маг против мага. Перестрелка. Походу вообще не действует. Пошли. Мы прошли лес. Почти. Но уже добрались до горы. Так, носорог заметил. Берегись, Диего. Еще один монстром стало меньше. Это не монстр, это орк. Разные вещи. Ну вот, останется нам только подняться по горе и все. Конечно же, это мы... А, сейчас еще ночь пока нет. Сейчас только 9 вечера. О, блин, там драконий снайпер стоит. Они очень сильные. От них даже убежать нереально. Ух-ху-ху, как повезло-то. Диего, пошли побыстрее, чтобы успели пройти прохождение. Маловероятно, но возможно. Так, он там не опаздывает. Отлично. Извините, паладины, что остались в старом лагере. Вернее, то, что от него осталось. Да, бедный, конечно. У них припасов там не хватит. Ну, я имею в виду припасы там на еду. С голода-то они подохнут. Скорее всего, наверное, даже орки так и хотят делать, чтобы паладины мучительно подохли от нехватки еды. Еще одним монстром стало меньше. Так, он тут паладин кого-то жрал. Ух ты. Святой свет какой-то. Что это за фигня? Ну ясно, прикольный. Так он еще по-разному светится. Типа Новый год. Да еще это руна. Да, я оставлю себе. Если буду бегать где-нибудь, поможет. Ну вот, все. Мы проводили Диего. Туда не идти, там много их. Этих ублюдков. Орхских. Это место. Оставшуюся часть пути я проделаю сам. Мне нужно кое-что сделать, прежде чем возвращаться в Харинис. Благодарю тебя, мой друг. Увидимся в городе. Ну что ж, на этом я заканчиваю свое прохождение. Спасибо за просмотр. Комментируйте. И пока.